Всем привет, это Зергобот и тяжелое время. Со сменой звукорежиссера стала все более заметна ритм-секция. Можно услышать басовые прогоны. Блин, как же офигенно они звучат. Что в принципе не вызывает лавины удивления, потому как басист Терри Батлер в свое время отметился в записи альбома Spiritual Healing культовой команды Death. Ритм-гитара на лидирующих позициях уже не создает той стены звука, как в ранних обитуаре, тем не менее стала гораздо более конкретной и техничной. Потом понимаешь, что те самые знаменитые обитуаревские рифы никуда не делись, просто они более замаскированы, и чтобы их распознать, надо иметь слушательский опыт и желание их услышать. Только Джон Тарди остается верен своему стилю, голос и инструмент – великолепный гроу. Вот и вам, дорогие мои, желаю не терять чувство этого самого юмора и со смехом нажать на кнопочку лайк, а также не переставая быть в хорошем настроении, подписаться на мой канал и включить уведомления, чтобы не пропустить очередной выпуск передачи «Тяжелое время». Глотните пивка, чтобы не стать зомби. С вами был Сергей Литвяк, АК Зергобот. Увидимся позже.